Новый созыв Молодежной Думы при Законодательном собрании 33-го региона провел первое заседание. Молодежный парламентский орган избирается уже в четвертый раз. В его состав вошли 38 активистов, каждый из которых прошел отборочный тур. Всего свои законотворческие инициативы представили 50 претендентов. Тем, кто прошел конкурсный отбор, председатель Законодательного собрания Владимир Киселев в торжественной обстановке вручил удостоверение. Глава регионального парламента поздравил ребят с началом работы. Он посоветовал избегать формальностей, не бояться выдвигать собственные инициативы и активнее сотрудничать с депутатами, которые всегда готовы помочь в работе. Вообще Молодежная Дума, она уже существует у нас более 6 лет. Это 4-й созыв Молодежной Думы. Приходят, как правило, наиболее активные, интересные молодые люди со всех городов и районов Владимирской области. И с одной стороны, это новые интересные законодательные инициативы. С другой стороны, это наш актив, актив законодательного собрания. Это те люди, которые потом в дальнейшем будут работать в органах государственной власти, в органах местного самоуправления. По традиции новый созыв Молодежной Думы выбрал председателя, его заместителя и ответственного секретаря. Главой Молодежной Думы 4-го созыва стала Полина Касаткина, которая возглавляла и предыдущий состав. Она отметила, что в год добровольца молодые люди намерены активно участвовать в городских, региональных и всероссийских акциях и мероприятиях. А в самых ближайших планах организация масштабного мероприятия – молодежного парламентского саммита ЦФО «Политический рубеж», который пройдет в Владимирской области 17 и 18 мая.